17 октября состоялось второе заседание нового состава Измаильской городской избирательной комиссии. Ожидалось, что именно на нем будет назначена дата промежуточных выборов депутата Измаильского горсовета на мажоритарном избирательном округе номер 23 вместо выбывшего. Однако решение, на котором настаивала Центральная избирательная комиссия, принято так и не было. Открыла заседание комиссии Нина Бугенко. После утверждения повестки дня перешли к ее обсуждению. Напомним, что вопреки законодательным нормам с датой выборов в Измаиле на протяжении почти 2 лет не удосужился определиться ни прежний состав горизбиркома, ни Центральная избирательная комиссия. В связи с этим Измаильская городская избирательная комиссия приняла решение, которым утвердила текст своего обращения к Центральной избирательной комиссии. В обращении содержится просьба к ЦИК разъяснить, имеет ли право Измаильская городская избирательная комиссия принимать решение относительно назначения даты промежуточных выборов в мажоритарном округе номер 23 через 693 дня с момента сложения полномочий депутата. В обращении также содержится просьба к ЦИК обратиться в Конституционный суд Украины для официального разъяснения статьи 15 закона о выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов, сельских, поселковых и городских голов на предмет того, уполномочена ли территориальная избирательная комиссия назначать промежуточные выборы после истечения сроков, указанных в законе. Одним словом, с датой выборов опять не определились, а для избирателей злополучного округа номер 23 должно быть ясно одно – выборы депутата по их округу опять переносятся на неопределенное время. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер».